Have you ever been disrespected? Forced to follow orders? Would you rather defy your masters and live by the creed of pirates? Are you ready to fight for the freedom to act as you wish? Calling all men of fortune, willing to pledge allegiance to no one. Calling all who are ready to defy. Assassin's Creed 4, Black Flag. Спасибо, что спасли меня. Люди достойны большего. Thank you.
подарок. Сколько угодно, сэр. Не бойтесь, я вам конкуренции не составлю. У меня слабое сердце. Брак между рабами запрещен. Если он или она не исповедует римскую, католическую или апостольскую веру, принадлежат разным хозяевам, Quel détail. Я не предательница. Рабам будет только лучше. Если бы на плантациях могло стать лучше, разве они бунтовали бы? Конечно. Ими движет одна лишь жажда насилия. Как вами деньги. Хотите помочь своим черным друзьям? Вперед. Успокойте их. Иначе... Довольно. Я и так скажу. Дисциплину на свой лад. Это излишнее. Я передам ваше послание. Но цена высока. Мы оба выиграем. Желаете ли чего-нибудь еще, губернатор? Я слишком стар. Боюсь, Гюзанна уже забрала все мои силы. Тогда прощайте. Мадам Жозеф, вы ждали посылку? Да, но не вас. Где же адмирал? Ясно. И со мной вы хотите поступить так же. Оглядитесь. Чуть что, и вас просто прикончат. Я здесь с миром. Скажите, как тамплиеры позволяют вам это? Я лишь посредница. Но прежде чем судить, знайте, что деньги тамплиеров покупают свободу таким, как вы. Я знаю, что это. Не знаете? Я вижу клеймо раба. Красноречие ученого, руки моряка и наряд ассасина. Оружие. Думаю, вас застиг шторм. Что вам нужно? Корабль? Приют? Небольшая цена за эту посылку. То, что нужно, я возьму сам. Но докажите, что вы не лжете. И, возможно, мы договоримся. Вот вы как. Хорошо. Окажите мне услугу. Агюстен Дьюфор — человек весьма скрытный. На плантации есть его люди. Отдайте им послание губернатора. Агюстен докажет вам, что я не лгу. Повторите этот пароль. Кто не будет спать, того корабик съест.
Кто не будет спать, того крабик съест. Славно. Неплохой баритон. А теперь уходите, пока не вызвали подозрений. У тебя есть право на выбор. Бог услышал мои молитвы. Спасибо. Пожалуйста. Ah!
maintenant là. Je vais te déchirper. Здесь оставаться нельзя. Бегите, ну же! Знакомый мотив. Кто не будет спать, того крабик съест. Мудрый ждет в той стороне. Спасибо, сестра. Thank you.
Нельзя дать ему идти. Река! Скорей, они приведут других. Агюстен Дьюфор. Мы говорим, а Бог делает. Губернатор двуличен. Бастиена помогает, но наша свобода еще далеко. Все дальше. Такой воин нам бы очень пригодился. Благодарю, но я служу другому братству и обязан буду вернуться к ним. Лишь духом ведомо, когда это будет. А пока я дам вам приют и оружие. Возможно, наши цели совпадут. Что нужно? Рекруты, беглые рабы. Воины пополнят наш отряд. Прочие... Наше поселение свободных. Ветка за веткой, птица вьет гнездо. Думаю, пока что я могу помочь. Помощь есть помощь. Помогайте, пока сможете, и вас вознаградят. Торопитесь, у нас много дел.
Есть новинки. Вас заинтересуют. Вы спасли меня? Сообщает, что с сегодняшнего дня... Стой!
regardez pas, compris? Il est là-bas! Спасибо. Я никогда этого не забуду. Не стоит. Пожалуйста. Только вместе мы покончим с этим. Разве можно было иначе? Если чуют слабость, то атакуют. Применяйте суровые наказания. Approchez-vous.
Все еще впереди. У тебя есть право на выбор. Прошу! Все болит. Альто! Мочка в состоянии. Руки не имеют. Верь в себя. Прошу, осторожнее. Спасибо, спасибо, Бог мой. Мелькески, спасибо. Вы не пожалеете. Довольно мучений.
Что ни день, новые рабы. Торговля людьми — прибыльное дело. Я раньше думал, что ученых людей можно образумить. Но жадность слепит их. Будь у вас корабль, вы могли бы перехватывать их суда. Или вернуться домой. Вы уже много сделали для маронов Сан-Доминго. Я никого не держу. Решайте сами. Вот отличная бригантина, только избавьтесь от команды. Женщины-бастьены выманят матросов на берег. Или подожгите вышку, чтобы выманить их. Оба варианта хороши. Что это? Петарды. Их достали ваши рекруты. Так что вам их и пускать в ход. Хорошо. Подайте сигнал, и я пришлю своих людей.
кто-нибудь ранен? Скорей! Это пост Джака. Помогите! Все, вперед! Другой может занять мое место. Но без вас, кто будет управлять кораблем? Научите меня. Научу. Но не зовите меня капитаном. Вы их предводитель. Вы заслужили это право. На море вы мой капитан. Рифить все марсели! Как вы научились мореходству, Адет? Море — мой первый дом. Буконьеры предложили мне свободу, и я взял ее. Учился, наблюдая. Вас не стали учить. И не признали капитаном, когда я проявил себя. Лишь у ассасинов я добился признания. Вы родились на Тринидаде? Да, на плантации. Там нет баронов, которым нужно помочь. Все паруса отдать! Блин! Капитан! Жарко за ним туда! Убавить паруса! От бури! Вот и слабое место! Come on.
нас есть кое... Капитан на мостике! Отпустить гроты! Это охотники на пиратов! Паруса отдать! Круче к ветру! Почти готов! Блин! Свежатинка, надо заняться! Скажите, капитан! Обросовки к ветру! Готов к бою, капитан! На борту наши братья! Огонь! Капитан!
на место! Огонь рыбам! Блин, удар, капитан! Хороший залп и конец! Огонь, капитан! Жать его туда! Жду приказаний! Все кончено, идите же. Отдать гроты! Скажите, капитан! Блин! Бою готов! Вахта капитана! Отдать гроты к ветру! Марселе, брат! Чёртовы блики! Промазал! Огонь!
ядро. К бою готовы! Залп! Так, скорости! Залов хватит, чтобы улучшить корабль. Под ветер!
паруса отдай! Впереди утес! Обрасовьтесь к ветру! Все долой! Un ami est toujours. Wow. Ne bouge plus! Et ton fils y... Hey, attends un moment, si tu veux. Arrête-toi! Allez t'avoir! Солнце сядет, тогда и скажете спасибо.
Все паруса отдать! Ого, добыча! Слышали историю о Галке, Агюстен? Корабле Кенуэя, да и моем ненадолго. По слухам, он затонул где-то у берегов Испаньолы, но никто не знает где. Полагаете, здесь? Скорее уже предаюсь ностальгии. Ждем приказаний!
Только скажите, капитан! Невольничье судно. Осторожно. Жизни наших братьев главное. Смотри, что там! На реи! Приправь!